В Екатеринбурге опять стреляли. В этот раз нападению с использованием пневматического пистолета подвергся 22-летний студент журналистского факультета Уральского федерального университета. Как рассказал начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, выстрел прогремел накануне в 7 часу Вечера на трамвае на остановке «Оперный театр». Будущий журналист Игорь Балакин ехал в трамвае на вечерние занятия в здание Урфу на Ленина 51 и вступил в конфликт с двумя сверстниками. Их имена называет «Комсомольская правда». Это неоднократно судимый 22-летний Валерий Волков и его приятель, 29-летний Бигзот Камилов. Именно Волков, по словам потерпевшего, вынул пистолет и выстрелил в голову студенту. Получив ранение щеки, Игорь дошел до здания вуза, где попросил охранников вызвать скорую. Из его щеки текла кровь. Молодого магистрата доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, после чего тот отправился домой. По словам врачей, состояние 22-летнего пациента не вызывает тревоги. Сыщикам уголовного розыска были проведены оперативные мероприятия по установлению личности и поиску хулиганов. В случае совершения преступления в общественном транспорте сделать это не так трудно. Все вагоны трамваев оборудованы камерами наблюдения с функцией видеозаписи, а оплата проезда в 95% случаев производится с помощью транспортных или банковских карт, а значит личности почти всех пассажиров, воспользовавшихся трамваем в такое-то время и на таком-то участке маршрута, можно установить, что, видимо, и было сделано. Нападавшие и задержаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. О стрелявшем 22-летнем Валерии Волкове известно, что последний раз из тюрьмы он освободился в июле этого года. Отбывал наказание в 53-й исправительной колонии в Верхотуре за интимную связь с несовершеннолетней, а ранее за кражи и разбой. Но вроде бы намеревался вести законный образ жизни. Зарегистрировал ИП как консультант по компьютерам, оставался под административным надзором. Что стало причиной его конфликта со студентом, выясняется. О пострадавшем однокурсники рассказали комсомольской правде, как о человеке весьма принципиальном, а потому также конфликтом. Причем Игорь может вступить в спор, что называется, не глядя на лица, хоть с однокурсниками, хоть с профессорами. Компания гопников трамвая его, видимо, также не заставила промолчать. Вот что рассказал Игорь Агентству Урару. Один молодой человек, который русский, собственно, догадался докопаться до меня до того, что я оскорбляю водителя трамвая. Мы доехали, вышли вместе. Я свою подругу отправил в университет. Он отошел на метров пять и просто начал шмалять из травматов. По словам Валерия Горелых, к моменту задержания подозреваемый в стрельбе волков успел избавиться от пневматического пистолета, сдав его в ломбард. Визит полицейских молодой человек воспринял спокойно, сопротивления не оказывал. Раскаялся в содеянном и попросил прощения у студента. На вопрос оперативника, смог бы он повторно открыть стрельбу в человека, ответил категорическим отказом, так как понял, каким серьезным последствиям это может сейчас привести. Произошедшим в Екатеринбурге инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Напомним, в минувшее воскресенье в многолюдном торговом центре «Гринвич» в Катеринбурге в кофейне повздорили два бывших приятеля, имеющих азербайджанские корни – Гусейн Алхвердеев и Рази Халипов. Мужчины разрядили друг в друга по обойме травматических патронов, а затем стали использовать пистолеты в качестве кастетов. Только чудом от их конфликта не пострадал ни один посторонний человек. На сегодняшний день оба взяты под стражу и отправлены в СИЗО до окончания следствия.